Ребят, всем привет! Вы смотрите новости тяжелой атлетики. И прежде чем приступить, я хочу сделать небольшое объявление, так как новости выходят не очень часто. Все равно вы можете, не дожидаясь, своевременно узнавать о них в тот же день, как только новости появляются в средствах массовой информации в интернете, они в этот же день появляются на форуме сайта «Мир тяжелой атлетики». Вот он, этот форум. Здесь есть разделение по тематическим темам, и новостей добавляется очень много, и в тренировочный процесс, и в спортивное питание. Все соревнования, которые проходят, вот недавно проходил Кубок мира, турнир Содружества, где участвовал Илья Ильин и выиграл. Хотя, ну, мы беседуем в свое время на эту тему, там у него соперник из Катара сознательно не пошел на дополнительные свои подходы, а отказывался от них и тем самым дал такую возможность Илье Ильину выиграть. А Илья Ильин, в свою очередь, в интервью говорил, что он очень рад и счастлив, что это первый его выигранный старт после допинг-дисквалификации. И что он очень рад и счастлив, и как бы заново замотивирован. И это поможет ему в дальнейшем еще более усердно и плодотворно тренироваться. А также есть видео с чемпионата России, который прошел в Санкт-Петербурге. Не все потоки, но большинство из них есть в записи благодаря некоторым блогерам в интернете, потому что Федерация тяжелой атлетики России игнорирует, я так считаю, развитие самой тяжелой атлетики в виде популяризации, освещения соревнований и так далее. Она просто размещает прямую трансляцию, и на этом вся информация о соревнованиях заканчивается. А то многие, даже видя просто протоколы соревнований, думают, что это Ловчев закончил поднимать все после подъемов 6 подходов. Оказывается, он еще и травмировался, о чем я видел многочисленные комментарии в интернете. Люди не знают. Есть также ответ Алексея Ловчева на своей странице. Я скопировал ее и разместил в группе ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассниках. Можете почитать его отчет, скажем так, об этих соревнованиях, о травме и о планах. Очень-очень много видео, так что заходите, особенно очень много видео с тренировок американцы, Китай, Финляндия, очень много, особенно с Китая, молодежь, топовые спортсмены. Ну, не буду больше рассказывать о том многообразии новостей, которые были добавлены на сайт «Мир тяжелой атлетики». Переходим к очередным новостям. Сегодняшние новости будут у нас о новостях в российском спорте. Не тяжелой атлетике, а именно спорте. И эти новости так или иначе будут касаться нас, тяжелоатлетов. Статья из официального интернет-портала «Правовой информации» называется «Российским спортсменам более чем на 100 тысяч рублей подняли премии за золото на чемпионат мира». Но в этой статье рассматривается не только за золото, но и вся призовая тройка, а также спортсмены, чемпионы и призеры, которые будут участвовать и в европейских чемпионатах. Ну и также спортсмены, которые будут участвовать в европейских соревнованиях. Итак, давайте сравним. Значит, распоряжением правительства России были определены суммы, которые получат российские спортсмены за успешные выступления на чемпионатах мира. Победители будут получать премии в размере 358 тысяч рублей. Ну, после запятой я не буду говорить, будем более значительные цифры. Ранее сумма была 224. За серебро было 112, стало 172. За бронзу было 107, стало 107. А было 67. Также были обновлены суммы призовых за чемпионат Европы. Премия за золото увеличилась со 112 до 179.
За серебро с 56 до 89 и за бронзу с 33 до 53. Я думаю, что многим будет интересно, что же думают о спорте в правительстве. И есть такая статья, где Ольга Голодец говорит, что на сегодняшний день почти 40% населения России вовлечено в занятия спортом. Ольга Голодец является вице-премьером правительства России. Это на декабрь прошлого года. После смены правительства, не знаю, кто занимает эту должность, но тут самое важное не должность, а отчет того официального лица, который как раз и занимал ту должность по итогу 2019 года. Она говорит, цель проекта – популяризация здорового образа жизни и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом граждан РФ. Наша цель – показать к 2024 году 55% населения России. На сегодняшний день эта цифра 40%, а в количестве населения это 54,4 миллиона человек. И мы уверенно идем с некоторым опережением графика. По итогам 2019 года показатель может перешагнуть 41%. Ну, напомню, это отчет от начала декабря прошлого года. Ситуация с разными категориями населения у нас не одинакова. Конечно, больше всего у нас занимаются физической культурой и спортом дети и молодежь. И нас радует, что согласно последнему опросу, который был проведен в 2019 году, 87% молодых людей от 18 до 29 заявили, что они занимаются с разной степенью регулярности физической культурой. Регулярно занимается спортом 11% граждан старшего возраста, это более 2 миллионов человек, сказал Голодец. Ну и, как обычно, я, например, считаю, что этот отчет слишком завышен. Я имею отношение к спортивной деятельности, и это я работаю по совместительству. Основная работа – это моя такая же, как и всех трудовых людей, поэтому я вижу по своему окружению на основной работе, на спортивной работе, кто ходит, сколько людей ходит. И я бы не согласился с тем, что почти каждый второй человек у нас в России занимается спортом. Тем более вот об этой цифре почти 90% молодых людей от 18 до 20 лет, 29 лет занимались на регулярной основе. Понятное дело, что это имеется в виду не профессиональный спорт, а занятия физической культурой, но я также вижу, как заполняемость спортивных центров, особенно по выходным. Я вижу стадионы, которые пустые. Я вижу это по стоянкам, которые возле этих спортивных центров. Бывает, заезжаю в парки, где есть спортивные площадки, вижу, сколько ходит людей по самим паркам и сколько занимается на этих площадках. И это я говорю про Москву и Московскую область. Это тот мегаполис, где сосредоточение спортивных площадок на душу населения. Как вы знаете, новый министр спорта стал Олег Матыцын. Это тот человек, про которого я уже рассказывал в новостях, который является президентом студенческого спорта международного. И если кому-то будет интересно его мнение на назначение его министром спорта России, то он сказал, для меня, скажу откровенно, все это было неожиданно. Я взвесил все аргументы и понял, что это большое доверие на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой находится развитие спорта в России. Принял решение, что мой опыт, багаж знаний и деятельность в различных сферах могут быть полезны. И дал согласие на работу в правительстве. Считаю это огромной честью, оказанной мне. Безусловно, международная деятельность сегодня также является ключевой для стабильного развития спорта в России. Задачи стратегические, потому что министерство отвечает именно за стратегию развития отрасли. И кому интересно, немножко из биографии. Матыцын является бывшим ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Возглавляет Международную федерацию студенческого спорта, мастер спорта России по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года. И кто же будет курировать Олега Матыцына в статусе вице-премьера правительства? Это
согласно указу президента, заместителем председателя правительства, который наверняка будет курировать спорт, стал президент и председатель правления континентальной хоккейной лиги, генеральный директор и председатель правления холдинга «Газпром Медиа», 51-летний Дмитрий Чернышенко, бывший президент заявочного и организационного комитета «Сочи-2014». В одном из интервью Олег Матыцин сказал, что не собирается покидать пост президента Международной федерации университетского спорта, а будет совмещать ее вместе с постом министра спорта России. Он сказал: «Безусловно, времени на деятельность в качестве руководителя Международной федерации у меня теперь будет меньше. Но буду продолжать эту работу, потому что мне это очень интересно и важно. Уверен, никакого конфликта интересов здесь нет». Если кто-то, может быть, не знает или не слышал, потому что информация прошла вскользь, на 84-м году жизни Юрий Власов госпитализирован в одну из больниц Москвы. В статье говорится, что, как стало известно, спортсмен сутки находился в реанимации одной из столичных клиник, после чего был переведен в обычное отделение. В настоящее время Власов находится под пристальным наблюдением медиков. Эта информация была 21 января. И я нашел другую статью, где немножко раскрывается это более подробно. Здесь говорится, что Юрий Власов приходит в себя в Боткинской больнице после обострения хронического заболевания. Родственники тревожатся за его здоровье. За последний год олимпийский чемпион уже несколько раз лежал в стационаре. А как стало известно корреспонденту МК, 13 января Юрий Петрович пожаловался на боли внизу живота. Прибывшие в квартиру на севере Москвы, врачи скорой помощи заподозрили проблемы с почками. Госпитализировали в Боткинскую больницу, где медики хорошо знают именитого спортсмена. Самочувствие удалось более-менее нормализовать, но Юрий Петрович пока в больнице. Хронические заболевания требуют постоянного наблюдения и консультацию нефрологов. «Мы не отходим от его палаты», – рассказала дочка спортсмена. «Спасибо за заботу и беспокойство. Им занимаются специалисты, а врачи лучше, чем в Боткинской больнице, я пока не видела. Ему оказывают всю необходимую помощь, Юрий Петрович, то лучше, то хуже. Пока прогнозы благоприятные. За последний год здоровье советского спортсмена резко дало сбой. Пожилого человека беспокоят различные недуги, то проблемы с желудком, то с сердцем, то с желчным пузырем, то с позвоночником. Как правило, медицинскую помощь Власову оказывают в ведущих лечебных учреждениях Москвы, НИИ Склифосовского и Боткинской больницы». Молодцы корреспонденты МК, прям очень досконально занялись этим вопросом. Но, к сожалению, вот с тех пор, уже прошло более 3 недель, дальнейшей информации никакой нет. Но я думаю, что это даже к лучшему, потому что если бы была бы какая-то негативная информация, естественно, она появилась и не на одном информационном сайте, а на многих. А это говорит о том, что, значит, здоровье Юрия Петровича в благоприятном состоянии. Пожелаем ему здоровья и полного выздоровления. И закончу выпуск этих новостей информацией с сайта Российского студенческого спортивного союза, где расположена новость, такая вот, которая называется «Межотраслевая программа развития студенческого спорта». Здесь в виде информации находится указ из Министерства спорта и внизу ссылочка для скачивания самой межотраслевой программы. Я полюбопытствовал, скачал, мне просто было интересно, что же там запланировало государство в плане развития студенческого союза. И судя по программе, если она будет, конечно, полностью выполнена, то очень хорошие новости, потому что там затрагиваются не только развитие конкретных видов спорта, но и в общем это строительство площадок, центров, жилья. Ну, очень-очень много, практически затронуты все сферы
которые необходимы для развития не только спорта, но и с уклоном студенческого. Поэтому, если кто-то имеет отношение к студенческому спорту, можете скачать и все, что вам интересно, почерпнуть оттуда. Во всяком случае, более грамотно можно будет разговаривать с административными органами. По необходимости что-то попросить или потребовать, или даже потребовать. И здесь же на сайте есть другая статья, где Олег Матыцын по итогу посещения спортивной общественности города Красноярска в одном из интервью он также затронул вот именно развитие, ну, программу, вот эту государственную программу развития студенческого спорта в России. Он сказал: нам вместе по поручению президента России предстоит работать над стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года. Она будет понятной и открытой, будет сформулирована на глобальных целях, но подготовлена она должна быть на земле. У нас сейчас большой крен сделан в сторону спорта высших достижений. Конечно, мы ориентируемся на наших чемпионов, наших участников Олимпиад и чемпионатов мира. Они пример для подрастающего поколения, но наша политика будет направлена на развитие физической культуры и массового спорта. Фундамент нашей спортивной системы – это регионы, работа спортивных школ, вузов, тренеров. Так что, я думаю, вам тоже было бы интересно знать мнение самого министра спорта об этой программе. Ну вот и все. Напомню, что эти и многие другие новости вы можете посмотреть на форуме сайта «Мир тяжелой атлетики». Всего хорошего, до новых встреч!